30 мая в селе Сергеевка в СДК проходило чествование народного фольклорного коллектива «Сергеяночка» в связи с 15-летием ансамбля. Многодетные семьи имеют возможность получить одежду. Это в основном вещи, предоставлены городу Донецким благотворительным крестьянским фондом для одиноких престарелых граждан, которые обслуживаются отделением соцпомощи на дому, и для многодетных семей. Вещи, которые предполагаются для одиноких престарелых, по домам в честь Дня пожилого человека работники соцпомощи на дому разнесут по домам, а вещи, которые детские вещи, нужно будет мамам получить при наличии удостоверения многодетной матери в кинотеатре «Мир». Поэтому приглашаю, есть повод пригласить всех многодетных мам получить вещи для своих деток. Также знаем, что идет впереди День пожилого человека. В городе разрабатывается программа. Исполком планирует оказать одиноким престарелым гражданам и инвалидам первой группы материальную помощь для приобретения, овощей на зиму. Это в пределах 100 человек. И эти деньги будут разнесены также работниками соцпомощи на дому своим опекаемым. 12 сентября состоялась встреча квартальных с представителями горисполкома и служб города. Были затронуты много вопросов и проблем, которые присутствующие намерены решать сообща. Поехал губернатор в Киев просить деньги. В области денег нет. Но предприятия, понимаете, предприятия не получают зарплату, нету отчислений. Киев тоже от себя отводит стрелки, говорит, давайте ищите в себя в области. Сегодня руководство области принимает меры, чтобы все-таки, но пока дана команда, на селекторе, пока готовит 60%, а там как будет, трудно сказать, нету в пенсионном фонде на сегодня денег. На вопросы собравшихся отвечал не только заместитель председателя горсовета. Многие жители имеют нерабочие радиоточки, поэтому немало вопросов было задано начальнику радиоузла, с которым мы побеседовали по окончании встречи. Ежесекундно, ежедневно мы обслуживаем 20 тысяч радиоточек. Это практически все население города и района слушает информацию, передаваемую по радио. Сообща, все вместе, мы со своей стороны по производственным делам, а вы у себя на местах, в частном секторе, в общественном секторе. Мы работу радиофикации нашего города и района, я думаю, наладим. На сегодня в государстве зарегистрировано 3500 больных СПИДом, 7% из которых наркоманы, зависимые от дурманящего зелья. Они для того и совершают преступления, чтобы добыть наркотик. За минувший год количество осужденных увеличилось до 415, среди которых мужчины и женщины.
Сегодня до 70% лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, должны быть благодарны в кавычках общению с наркоманами. Путь заражения, как правило, шприцевой или же половой. СПИД-инфекция сегодня переступила рубеж нашей области. До 800 зараженных ВИЧ-инфекцией, по данным статистики Донецка. И их ежедневно увеличивается на 10, на 20 человек. В неделю это до 40-50 человек. ВИЧ-инфицированные сегодня на рубеже и нашего города, в Добропольском районе, в Селидовском. И стерильность города Красноармейска на сегодняшний день подвержена сомнению. Красноармейский гослесхоз был создан 1 января 1969 года. Но это было не Красноармейский гослесхоз, а назывался лесомелиоративная станция. И задачей ставилось укрепление оврагов, защиту от водной и ветровой эрозии безлесых, как говорится, наших донбасских земель. Вот с той поры и проводим мы такую работу. Ежегодно где-то мы высаживаем порядка 150 гектаров новых насаждений. Это на землях колхозов и совхозов на неудобьях. И что-то в гослесфонде. Общая площадь лесхоза 3125 гектар. В состав гослесхоза входят 4 лесничества, можно сказать, уже 4, потому что было 3. Сейчас на базе Красноармейского Константиновского района создаем новое лесничество. Кроме посадки, проводим рубки ухода уже в тех насаждениях, которые этого требуют. Всего ни много, ни мало, на 11 гектарах проведены рубки ухода. Это уборка сухостойных деревьев. И чтобы придать, как говорится, хорошее санитарное состояние. В основном мы высаживали на землях гослесфонда такую красавицу, как сосна крымская. Гослесхоз все-таки создал, выполнил свою функцию и выполняет по созданию новых насаждений. И я считаю, создание нового леса, это легкое, как говорится, Донбасса. В преддверии профессионального праздника чем отблагодарите хороших работников? Выдали людям натуроплату, как говорится, чтобы на столе хоть что-то было. Ну, я смотрю, оптимизм не пропал. Не в денежном этом выражении, так хоть в материальном так.